Дорогая, любимая мама. Случайность или, может быть, судьба? Я уверен, что выживу. На войне, которую представлял, но не знал. Я нахожусь на передовом посту в горах, окруженный только снегом и тишиной. Австрийские траншеи так близко, что кажется, что я слышу их дыхание. Я прибыл сюда недавно. И у меня возникло ощущение, что внезапно я превратился в старика. И все мои исследования, даже мои идеалы, потеряли всякий смысл. Равно как моя молодость. Дорогая мама, молодые люди, подобные мне, здесь умирают каждый день. И даже те, кто вернутся домой, будут думать о смерти. И эта мысль не оставит их никогда. Они будут чувствовать себя оставшимися в живых, но осужденными умирать дважды. Но самое трудное — прощать. Если человек не умеет прощать, это уже не человек.